Здорово! Тебе наверняка мучает вопрос, какие же игры выйдут в следующем месяце? Специально для тебя мы создали новый, познавательный, тонизирующий и без лишних калорий топ-5 анонсов Android игр. Поехали! Итак, самым свежим пирожком в начале ноября станет продолжение нашумевшего экшена Dead Effect. Во второй части, как и в первой, главного героя будут терзать философские вопросы. Ну ты знаешь, кто я, что я тут делаю и где мой конь. Остальные подробности сюжета строго засекречены, типа они еще есть. На этот раз путь главному герою будут преграждать не только зомбаки, но и робототехника под управлением группы зачистки. Помимо заполучения графической поддержки Nvidia, игра будет обладать кучей нотариальных фишек и наворотов из таких игр, как Doom, AVP, Shadow Warrior и прочих. Вторым пряником по свежести станет Octodad Deadliest Catch, планирующий выйти уже 4 числа. Для тех, кто осьминог, сообщаю, что в данной игре тебе предстоит играть за папу осьминога, вокруг которого никто даже не подозревает, что он осьминог. Твоя задача во что бы то ни стало не спалиться. Тебе предстоит решать бытовые проблемы, используя 4 щупальца. Кстати, ты знаешь, что одна из щупалец осьминога служит ему пенисом? Так что никогда не пожимай щупальцу осьминогу. Пока неизвестно, будет ли перенесен кооперативный режим и прочее плюшки, но поугарать пару дней, да еще и с управлением на тачпаде, стоит и без них. Ближе к середине месяца подоспеет и серьезный ПК-патон под названием Torchlight Mobile. Хоть графика и движок были полностью перенесены с ПК, мобильная версия предоставит совершенно новый сюжет, персонажей и кучу-кучу новых монстров, концепты которых уже давно блуждают по просторам интернетов. Еще разработчики пообещали кооператив и какой-то инновационный способ использования навыков. Так что, как понимаешь, к разработке подошли со всей серьезностью. Ожидать мультипликационного наследника Diablo стоит уже в 10-х числах ноября. А вот следующий рогалик уже давно не первой свежести. Сначала Assassin's Creed Identity обещал выйти в 2014-м, потом дату релиза стали постоянно переносить. Вдобавок в сеть стали попадать багованные огрызки, в которые некоторым умельцам даже посчастливилось поиграть. И вот наконец свершилось, мобильная Assassin's Creed должна нас порадовать уже в середине месяца. Открытый мир тебя, конечно, не ждет, но в игре будут довольно обширные локации с заданиями и контрактами, которые тебе и предстоит выполнять, зарабатывая плюшки. Ну и самым поздним и черствым бубликом станет уже ставший шедевром в игроиндустрии Brothers: A Tale of Two Sons, стартующий в маркете в конце месяца. Великолепная сказка про двух братьев, трогающая до глубины души. Особенностью геймплея является управление сразу двумя братьями, что заставит поработать два полупопия твоего мозга одновременно. Тебя ждет великолепная история, наполненная юмором, ужасом, загадками и неожиданными поворотами. На твоем пути встретятся огромные великаны, тролли, чудовища и гигантские орлы, а захватывающие головоломки останутся в твоей памяти навсегда. А на сегодня это все. Качай игры с нашего сайта бесплатно. Там же ты можешь следить за выходом предоставленных анонсов. Да там вообще есть чем заняться, между прочим. И кстати, не забывай смотреть предыдущее видео. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. Увидимся!